8 вечера. Время подробностей. В студии Алексей Лихман. Здравствуйте. Битва за Широкино. Боевики используют минометы и танки. Граната! Граната! Хлам втридорога. Как перевооружают украинских солдат? У них теперь другие любимые авторы. Как в Крыму за день рождения Шевченко наказывали. Деньги не пахнут. Швейцария не побрезговала российскими миллионами. Снова обстрелы в зоне АТО. Сводки об активном наступлении поступают сразу из нескольких точек. Самая горячая под Широкино на Мариупольском плацдарме. Что там происходит? Узнаем у Эльвины Сейдбулаева. Она с нами на связи. Эля, здравствуй. Как долго уже идут бои? Какая ситуация сейчас? И есть ли пострадавшие с нашей стороны? Леша, но обстрелы Широкино до сих пор не прекращаются. Четверо украинских бойцов ранены. Огонь по нашим позициям. Боевики ведут с самого раннего утра. Атакуют и стрелкового оружия, минометов, гранатометов. Применяют и танки. Завершился минометный обстрел. Почався снайперский. Наша розвідка часто бачить вилики з купленої техніки. До 40 одиниць мінімум. По данным наших военных, сейчас в Широкино, кроме боевиков, находятся и регулярные российские войска. Там ОБСЕшники, они приезжают, не стреляют. А тут, например, вчера валилось. Море бьют, ну куда-нибудь, они далеко стоят, ну валят, танка валят. С минометов 20-х бьют. Включать не дают. Снайпера лупят, вот сегодня лупили по домам. Танк был утром, как не характерно. Мы думали, он прогревает двигатели. Но через минут 10-15 уже он работал. Был за школой, там за магазином спрятан. Вот. И когда мы начали ответное хоть что-нибудь ему предпринять, то он быстренько вообще уехал в Широкино, в сторону Безымянной. Украинские военные остаются на своих позициях и продолжают уничтожать диверсантов. В само Широкино мы не могли попасть почти неделю. Журналистов туда не пускали в целях безопасности. И вот накануне вечером в сопровождении наших бойцов батальона «Донбасс» мы попали в эту горячую точку. И посмотрите, что там происходит. Широкино добираемся на машине «Спартан». В случае обстрела ее броня спасет от осколков минометов и пули снайперов. Доезжаем до территории под контролем украинской армии. Тут бойцы хорошо знают, где закрепился враг. Тут, вот тут на склоне, где круче, где вклада, чи что-то такое, позиция идеальная. То есть так, получается, он простреливает один и другой наш блиндаж. Село почти полностью разрушено. По дороге встречаем местных жителей. Их тут несколько человек. Разговаривают неохотно. Их дома в той части села, которую контролируют боевики. И они могут ворваться к ним в дом в любой момент. Как у вас тут тихо? Понятно. А пообщаться с прессой не хотите? Широкино въезжаем поздно вечером. Весь день поселок обстреливали боевики. Ночью, говорят бойцы, потише и потому безопаснее. Видим украинский флаг. Тут тишина, но все в боевой готовности. Именно в это время суток хорошо слышно, как передвигается техника врага. Тишина, да? Хорошо все слышно. Чтобы, если танк заводится, что надо сделать? Шум создать. Огнем. Все элементарно просто. Вот. Тут вечером пролетало два снаряда крупных каких-то. Быстрее всего, чтобы вторые. Бойцы показывают, как они обосновались на передовой. Пользуются только свечами, чтобы не привлекать внимание врага. Обстановка в поселке очень напряженная. По нашим позициям работают танки, минометы и снайперы. Ночью? Ну, обычно до 3 часов так. А потом до утра спокойно. Утром солнце встает, освещает наши позиции, начинает работать снайпер. Пророссийские боевики постоянно нарушают минские договоренности. Обстреливая наших бойцов из 120-миллиметровых минометов тяжелого вооружения, которые должны были отвезти. Эльвина Сидулаева, Игорь Антонюк. Подробности. Телеканал Интер. А какая ситуация сегодня в Луганской области? Там работает мой коллега Вениамин Трубачев. Веня, здравствуй. Как у вас прошел день?
Да, Алексей, ну начну с трагической новости. Сегодня в селе Устиновка Луганской области подорвался 13-летний мальчик. Он нашел боеприпас, который и сдетонировал. Ребенок получил множественные ранения живота и груди. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу. Сейчас врачи борются за его жизнь. И вот в целом в Луганской области боевики продолжают обстреливать позиции украинской армии. Сегодня взрывы были слышны в районе Бахмутской трассы. Где-то далеко, там за Первомайкой или на Бахмутском, где-то бахкают. Тяжелая стреляет? Или? Тяжелая, тяжелая. Где-то, ну, где-то чуть-чуть тяжелая техника где-то стреляет. Ну, но далеко, конечно, сюда. Не так-то здорово чуть, но так слышно. Ну, вот периодически боевики стреляют и в районе Попасной, однако по жилым кварталам сейчас огонь не ведут. Основной удар приходится на блокпосты и опорные пункты армейцев. Террористы используют при этом не только пулеметы и автоматы, но и тяжелые орудия. В свою очередь военные придерживаются режима тишины и не стреляют в ответ. За межами места, это районы блокпостов, то все ж таки поодинокие обстрелы были. Постріли були зафіксовані з міномета, ну і з автоматичної зброї. Местные жители понемногу, в принципе, возвращаются в Попасную. Люди собственными силами стараются восстанавливать разрушенные боевиками дома и квартиры. Частично им помогают и местные власти, выделяют пленку, например, чтобы затянуть окна, и шифер, чтобы починить крыши. Практически во всех районах появился свет и вода. Сейчас также ведутся работы по ремонту газовых труб. Газа у меня так немає, а свет у меня, ну, неделю не было, а то после того удара там на столбах провода порвали. Вот. Ну, зробили ці провода, ну, неделю сидели без света. Без воды сидели дней 10. Вот в Попасной начали открываться и магазины, предприниматели завозят продукты, на прилавках есть свежий хлеб и все необходимое. Работают также госучреждения, почта и некоторые банки. Даже открылся детский садик, в который еще зимой, совсем недавно, попал снаряд. В понедельник должно быть уже 6 детей. Но у нас еще остаются жильцы, которые переехали с улицы Мироновской и до сих пор у нас живут. Это старики, да? Да, это старики. Одной 62 года женщине, а та ее мама уже 80. У них там окна выбитые, им некому застеклить. Но также военные фиксируют, что в Луганской области снова начались перестрелки между боевиками. Вероятно, это разные банды делят сферы влияния. Так террористы стреляли друг друга в городах Антрацит и Стаханов. Алексей. Спасибо, Веня. Это был Вениамин Трубачев о ситуации в Луганской области. А что происходит в области Донецкой, уже готова рассказать Ирина Баглай. Ира, здравствуй. Теперь тебе слово. Здравствуй, Леш. На Артемовском направлении можно сказать, что уже установилась тишина. Крайняя линия, которую держат теперь силы АТО, это Мироновская, Луганская, Светлодарск. И, пользуясь затишьем, наши войска основательно укрепляют здесь свои позиции. При этом боевики ДНР хаотично простреливают блокпосты, чтобы спровоцировать ответный огонь и обозначить новые огневые позиции украинской армии. Працюють мінамети, працюють стрілкове озброєння. Ми зробили передислокацію своїх військ на інші позиції. Стреляют редко. Чаще всего это диверсионно-разведывательные группы, которые приближаются к нашим позициям даже на 200 метров. Также в этом районе со стороны Дебальцева наши военные зафиксировали передвижение двух российских танков Т-90. Но вот такое затишье здесь по дороге на Дебальцево можно объяснить еще и переброской тяжелой техники боевиков в сторону Горловки и на Мариупольское направление. Так нам сказали военные. А вот местные жители постепенно привыкают к тишине. Некоторые решились выходить уже на улицу и теперь запасаются углем, дровами, которые, переезжая на новые позиции, им оставили украинские военные. Уголь берем, дрова берем. Дрова, уголь. Да, вот так, что более, потому что ни дров, ни угля нету, никто ничего не возил, топить чем, а детей сколько. Не стреляют, да, слава богу. Сколько дней уже? Давно? Надолго ли это затихло? Я всего боюсь. Я ложусь спать и боюсь просыпаться. Ночью вчера как два раза гахнуло, а я думала, уже все началось.
по новой. Страшно, конечно, очень страшно. А вот в поселке Мироновском сегодня выдавали гуманитарную помощь по спискам, в первую очередь инвалидам, матерям-одиночкам, сиротам и переселенцам. После того, как прекратились артиллерийские обстрелы, люди начали возвращаться домой, и помощи здесь нужно гораздо больше. Переселенцы, которых очень много в поселке, они бежали от конфликта из соседних деревень и городов, в том числе из Дебальцево. Проехать ближе к Дебальцево теперь невозможно. Уже в нескольких километрах блокпост боевиков. К тому же дорога в районе Логвиново, где базируются российские террористы, заминирована. И в сети интернет появилось видео, что осталось от моста по дороге на Дебальцево после боев. Он практически разрушен, но некоторые пытаются сэкономить время и проехать по прямой. Алексей. Ирочка, спасибо. Это была последняя информация из Донецкой области от моей коллеги Ирины Баглай. Каждый день мы узнаем о ситуации на востоке Украины, не только разговаривая с нашими корреспондентами, но и говорим по телефону с жителями оккупированных городов на Донбассе. Сегодня удалось дозвониться в Донецк и Луганск. Что же там происходит? Давайте послушаем. Очень спокойно, дней уже, наверное, 5, но ночью в районе аэропорта стреляют, подняли стены до... Бешеные вообще, короче, бешеные. Курица доходит до 150 гривен, яйца дорогие, по 25 гривен десяток. Подняли цены, подскочили, потому что заблокировали, хотя по Минским договорам они пообещали разблокировать город. В Луганске был праздничный концерт, посвященный Дню 8 марта. Было очень много людей, вход был свободный. В городе продавались цветы, хоть, конечно, цены были непомерно высокие. Мой мужчина не признается, сколько стоил букет цветов в День 8 марта. В городе не слышны ни выстрелы, город начинает жить заново. Весна, солнышко светит, люди пытаются выйти на улицы. За 2 дня в собственной школе смогли подготовить поздравления, и руками делали, и песнями делали. В театрах у нас концерты. Пригласили городской совет ветеранов женщин, фронтовичек, подарки подготовили. Как впарить армии то, что у них уже есть, да еще и втридорога. Почему правительство за год не может перевооружить? Солдаты якобы закупают импортный хлам. Разбиралась Ольга Рыцарь. Снайпера не дают жить. У них нормальные винтовки. А у нас не очень. У нас обычные СВД, а у них немецкие, русские, усовершенствованные. У них 308 калибр, это, как правило, заграничные винтовки. 12,7 российского производства винтовки. Тоже мощные, очень дальнобойные, мощные винтовки. Такие разговоры на линии фронта сплошь и рядом. Почти за год войны правительство не может обеспечить конкретные потребности вооруженных сил Украины. Высокоточного оружия другие страны не поставляют. Тем временем украинские поставщики активно закупают устаревший импортный хлам. Об этом, ссылаясь на собственные источники, в Минобороны пишет издание «Зеркало недели». Якобы армии продолжают навязывать то, что у нее уже есть, а не то, что надо. Причем даже техника, проданная в минувшие годы министерством, как излишки советского наследия для последующей перепродажи за границу. Теперь цена этого вооружения обойдется бюджету намного дороже. Вот дивіться, высокоточная зброя. А танк Т-72, а танк Т-64Б, який знищує танк противника. Ці танки закуплені нашими бізнесменами, олігархами, які наживались на колись на імпорті, а зараз на експорті. І зараз на сьогодні держава має закуповувати у олігархів танки в 3-4 рази дорожче. Із сучасного вооружения 21 века Украина может сама разрабатывать, поставлять и ставить на поток совсем немного, особенно в современных условиях, до 15-20% всего. Зачем Минобороны покупать танки Т-72 разных модификаций, спецмашины на базе БТР-3Е, бронетранспортеры «Саксон», «Дозор» и «Века»? Для них надо создавать новую структуру обслуживания и ремонта, в то время как у вооруженных сил есть достаточно своих БТРов. Закупаются «Саксоны» английские, полицейская бронетехника, без вооружения, предназначенная для борьбы с боевиками ИРА,
Северная Ирландия. Там нет вооружения. Значит, надо ставить блок. Процесс перевооружения армии на повестке дня ни у правительства, ни у обороны ведомства не стоит. А закупкой оружия и техники занимается человек, который работал в СНБО во время Януковича, Александр Ясинский. По источникам Минобороны, его родное предприятие «Радио Никс» уже засветилось в проекте программы закупок военной техники. Зачем покупать втридорого ненужные бронетранспортеры иностранного производства? И кто на этом зарабатывает? На наш запрос в Минобороны не ответили. Здесь сегодня празднуют. А все импортные закупки боевой техники держат в строгой секретности. Ольга Рыцарь, Валентин Белич. Подробности телеканал Интер. В Черном море, вблизи болгарского порта Варна, сегодня стартовали военно-морские учения стран НАТО. Корабли США, Италии, Германии, Канады, Румынии и Болгарии будут отрабатывать защиту от авианалетов и торпедных атак субмарин. Инициировали эти учения Соединенные Штаты из-за агрессивной политики Кремля на востоке Украины. Накануне командующий адмирал Брэд Уильямсон заявил, в районе этих учений замечены российские военные корабли и самолеты. Да, мы заметили в Черном море подразделение военно-морских сил России. Российские корабли маневрировали в нейтральных водах. У них свои планы, а у нас свои. Мы тоже планируем проводить наши учения в нейтральных водах или в водах стран-партнеров. А в Рижском порту выгрузились американские танки и бронетехника. Судно «Liberty Promise» доставило в Латвию 6 танков, 6 БМП и более сотни вспомогательных машин. Для мэра столицы Нила Ушакова это стало нетрадиционным началом недели. Ну, так он подписал свое селфи в соцсетях. Министр обороны Латвии тоже сделал несколько снимков на фоне американской техники и заявил, что присутствие сил НАТО на территории его страны гарантирует безопасность в регионе. Из-за аннексии Крыма и ситуации на Донбассе партнеры Латвии по НАТО усилили обороноспособность государства в рамках постоянной ротационной операции «Атлантик Резолв». Сегодня исполняется 201 год со дня рождения Тараса Шевченко. К памятнику Кобзарю утром с цветами пришли президент с супругой, члены правительства, депутаты. А позже в Национальном музее поэта Петр Порошенко вручил ежегодные национальные премии имени Шевченко. В этом году лауреатами стали поэт Юрий Буряк, художник Николай Компанец, писатель Константин Москалец и актер Петр Панчук. И вот что сказал президент, поздравляя их. И не дивно, що під час Революції Гідності теж постало шевченківське слово – «бориться і поборете». Хай нам Бог помагає. Лунала в ті часи над Майданом, ця настанова звучить сьогодні, коли здійснюється воєнна агресія проти нашої держави. А вот в Крыму отмечать день рождения Шевченко самопровозглашенные власти запретили. Потом, правда, разрешили, но совсем не у памятника Кобзарю. Дальше произошло то, чего и опасались проукраинские активисты, но в то же время и ожидали. Такие митинги так просто ведь не заканчиваются. Что произошло, посмотрите. Можно, но нельзя. С осторожностью шли сегодня крымчане отмечать 201 год со дня рождения Тараса Шевченко. В куртках и пальто поверх вышиванок. А сине-желтые ленты и флажки прятали в сумках и карманах. Признаются, сегодня в Крыму украинцы чувствуют себя диссидентами. Страшно? Ну а что делать? Уже такой момент, когда страх уже не является причиной для бездействия. Поэтому вышли. А жить здесь вообще страшно. Ну а что делать? Если мы здесь остались. Проводить митинг возле памятника Кобзарю самопровозглашенные власти запретили. Да и вообще в центре Симферополя места не нашлось. А сегодня людям предложили собраться на небольшом пятачке в парке Гагарина. И только здесь люди развернули украинские флаги. Чтобы нас никто не видел, никто про нас не слышал. Возле памятника Шевченко свободно, памятник Богдана Хмельницкого также свободно. И памятник Петру Григоренко также является свободным местом. Влада боится, що от символ наш Тарас Григорович Шевченко може стати, скажімо так, гаслом, з яким українці, скажімо так, можуть
як це сказати, піднятися і становити загрозу для цієї влади. Акція длилась чуть більше часу. Почтить Кобзаря прийшли і представники нацменшинств української автономії. І білоруси, і поляки, і кримські татари. Пели пісні і декламували стихи. Мені 13-й минало, я пастелятка за селом. Що-то так сонечко сіяло, що мені добро було. Недавно я поза Уралом плукав і Господа благав, щоб наша правда не пропала, щоб наше слово не вмирало. Завершилось все вполне предсказуемо, как и опасались активисты. Сине-желтые флаги и проукраинские лозунги привлекли внимание полицейских. Когда люди уже начали расходиться, организатора и еще двух участников митинга задержали. Они находились в райотделе 4 часа. Это гораздо больше, чем на самом митинге. Им инкриминируют нарушение правил проведения акции. Суд будет скорым. Его уже назначили на завтра. Тогда и станет понятно, что грозит активистам. Сегодня даже предположить сложно. Анна Каменева, подробности, телеканал Интер. Марафон длиной 18 часов. В одной студии президент, бойцы, учителя, волонтеры, священнослужители. Каждый выбирает своего Шевченко, свое стихотворение из Кобзаря. К чему призывают сегодня в столице чтением поэзии Шевченко? Подробнее Елена Митясова. И вам слава, сині гори, кригою окуті, и вам лицарі великі, Богом не забуті. Кто же мог подумать, что через полтора столетия эти строки из поэмы Шевченко «Кавказ» станут олицетворением борьбы Украины за свою свободу и целостность. Не знал наверняка об этом и скромный парень из Днепропетровска Сергей Негоян. Более года назад на Евромайдане он читал Кобзаря на любительскую камеру. Погиб через месяц. Тут же запись стала бессмертной. С нее и стартовал сегодня в Киеве шевченковский марафон. Боритеся, поборете, вам Бог помогает. За вас правда, за вас слава и воля свята. Начиная с 6 утра, стихи Кобзаря в прямом эфире Нацрадио, Радио Культура читают политики, военные, волонтеры, учителя, медики. Всего почти 500 человек. Его вірші не перестають бути актуальними і з часом, навіть з віком. Ти просто усвідомлюєш і знаходиш нові глибини в його віршах. В комнате ожидания готовится к выступлению замминистра по вопросам молодежи и спорта Николай Мовчан. Заповедь Шевченко прочтет на 4 языках – украинском, французском, немецком и английском. When I am dead, bury me in my beloved Ukraine. My tomb upon a grave mount high amid this spreading plain. Світ має знати Шевченка. Пам'ятати його, шанувати. Ігуменія Серафіма решила сразу буде читати молитву. Вірш «Молитва», його передостанній вірш. Ви знаєте, на мою думку, це справжній заповіт. Там є такі чудові слова. А всім нам вкупі на землі єдиномислі подай і братолюбіє пошли. У писателя Петра Перебейниса своих стихотворений наберется на целый Кобзарь. Из Шевченка он очень любит и мертвым, и живым. Это вірш, який каже велику правду і вічну правду, я б так сказав. Ми вже стільки незалежна держава, а воно залишається. Вот і рішили в Мінкультури боротися за Україну силою слова. З помощью стихов мобілізувати людей проти агресора. Даже імідж Кобзарю поміняли. Шевченко сьогодні один із бійців АТО. Ви бачите, він на логотипі марафону у формі бійця АТО. Це підкреслює те, що його слово, промовлене 19 століття, зараз у 21 столітті актуальне, як ніколи. Ближе к вечеру на студію приїхав президент. Він теж вибрав для чтення шевченковську молитву. Злоначинающих спини, упута куті і никуй, в склепи глибокі, не муруй, а доброзиж дощим рукам і покажи, і поможи. Шевченковський мобілізаційний марафон продлиться до полуночі. 18 часов безперервної поезії. Єлена Митясова, Олексій Шматов, подробності, телеканал Інтер. Произведения Шевченко читали сегодня и во многих других городах Украины. В Харькове поначалу хотели пройти маршем, но потом отказались от этой идеи из-за угрозы терактов. Ограничились митингом у памятника Кобзарю. Сотни людей пришли туда с цветами. Перед началом всю территорию вокруг тщательно проверила милиция. Во Львове дети бойцов и переселенцев вместе с родителями сажали деревья. Веточки привезли из Казахстана, где во время изгнания Шевченко посадил вербу. Она прижилась, жива до сих пор, а ее ветки развезли по всему миру. Во Львове дерево из веток тарасовой вербы уже есть в Стрийском парке, вот теперь будет и в Левандовском.
Но из сегодняшнего дня в обороте появилась новая 100-гривневая купюра ко дню рождения Тараса Шевченко. Давайте посмотрим, как выглядит эта банкнота. От старой отличается желто-оливковым цветом и, кстати, более современными элементами защиты. Ну, например, оконной защитной лентой. К тому же отдельные изображения на лицевой стороне имеют рельеф, который можно определить даже на ощупь. Ходить старые и новые сотки будут параллельно. Президента Чечни Кадырова Путин наградил орденом почета за, процитирую, трудовые успехи. О каких таких успехах речь и кому это может быть выгодно? Данил Русаков обо всем по порядку из Москвы. О предполагаемых уже заключенных под стражу убийцах Немцова высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, Заур Дадаев был настоящим патриотом. На этих кадрах вчерашний арест Басманом в суде Москвы за решеткой, тот, кого назначили в патриоты. Известно, что Дадаев был замкомандира батальона «Север». Это формирование участвовало в боевых действиях на территории Кавказского региона. Появилась информация, что его даже успели наградить орденом мужества и медалью за отвагу. Разумеется, в прежние времена. Сам же Кадыров, по данным российских СМИ, сообщил, Дадаев был верующим и больно реагировал на ситуацию вокруг французского журнала «Карикатур» на пророка ислама. А Немцов высказался в поддержку журналистов. Многие после этого делают предположение, власть всецело заинтересована в околорелигиозной версии, вероятно, даже с национальным оттенком. Ведь расследование доверили сотруднику Следственного комитета Краснову. Он прежде отправлял за решетку русских националистов, в частности за убийство адвоката Маркелова. Родственники обвиняемых в убийстве Немцова следователю Краснову не верят. Лично все трое ребят родственники, очень хорошие ребята. Анзор вообще и Шадид тоже, вот мать воспитывала без отца, вот так вот сама. Вот так. В школе учились очень хорошо. Вообще сказать за них, вот за этих, за Ура, вот нечего, я не знаю. Кстати, награждение орденом почета Рамзана Кадырова для некоторых тоже сигнал. Оппозиционный политик Илья Яшин вспомнил инцидент журналистам из газеты «Коммерсант» Кашиным. Несколько лет назад его избили. Во всем подозревали тогда прокремлевское молодежное движение «Наше». Однако его глава через несколько дней с почестями был принят в том же самом Кремле. Но и из новостей ближайших один из гостелеканалов готовит к эфиру фильм об аннексии Крыма. Да еще и с комментариями первого лица государства. Из уже известных деталей между 22-23 февраля Путин со спецслужбами Думу думали. Всей душой опасались за жизнь Януковича. Но уже к утру после тяжких размышлений решили забрать Крым. В рамках последних патриотических тенденций это телетворение назвали «Путь на родину». Обещали показать уже скоро. Ну а стране, как полагается, осталось лишь замереть в томительном ожидании. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро телеканала «Интер». Второй «Мистраль» будут тестировать без заказчика. Вертолетоносец вскоре спустят на воду для испытаний во французском порту Сен-Назер. Почему на его палубу не пустят россиян и заговорят ли теперь снова о выплате неустойки заказчику «Мистралей» российскому оборонэкспорту? Подробнее София Гордиенко, наш европейский корреспондент. Во французских СМИ о «Мистралях» как будто забыли. Вся информация, которая просачивается из порта Сен-Назер, инсайдерская. И обычно работники судоверфи, которые, конечно же, хотят, чтобы заказ наконец забрали и оплатили, делятся ею с российскими журналистами. И вот последняя новость от агентства ТАСС. Второй корабль «Севастополь» будет протестирован на воде в конце марта. Конечно же, без российской команды на борту. Она покинула первый вертолетоносец «Владивосток» еще в конце декабря, когда в Елисей в Елисейском дворце окончательно и четко дали понять, условий для передачи кораблей заказчику, то есть в Москве, нет. Все время, начиная с задержки отправки «Мистралей», то есть с конца сентября, поговаривали, что Франции придется заплатить неустойку громадную в 3 миллиарда евро. Но после визита президента Оланда в Москву в начале декабря все разговоры о компенсациях замяли, а Путин сказал, что пока в компенсациях Россия не нуждается. Первое и главное условие для отправки кораблей в Россию – это прекращение войны на востоке Украины и соблюдение минских договоренностей. Этот принцип стоит республике больших денег. Бюджет не может получить от заказчика Рособоронэкспорта больше миллиарда евро. А это рабочие места и зарплаты. Но пока у власти президент Оланд, а не Марин Ле Пен, а Россия дальше играет в ДНР, ЛНР. Так что задержка «Мистрали» – дело чести. Ну и, конечно, международного давления. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности Европейское бюро телеканала «Интер».
А вот Швейцария в обход санкций продала России высокие технологии для военных. Об этом сообщило агентство «Франс Пресс». Речь о маскирующей ткани, из которой делают спецодежду. Несмотря на конфликт на Донбассе, швейцарские власти поставку разрешили. Объем сделки, по данным СМИ, рекордный – 85 миллионов евро. Официальный представитель Федерального департамента экономики заявил на это. Соглашение заключили, мол, еще до введения санкций. И, по его словам, заказчик – российский предприниматель, бизнес которого якобы не носит военный характер. Президент Евросовета Дональд Туск сегодня в Вашингтоне. Он встречается с американским лидером Бараком Обамой, чтобы обсудить конфликт на Донбассе и возможное ужесточение санкций против России. Перед отлетом США Туск пообщался с журналистом «Нью-Йорк Таймс» и подчеркнул, к усилению санкций Европа не готова. Мол, несмотря на провокации агрессора, многие европейцы до сих пор верят в то, что на Путина нужно воздействовать с помощью дипломатии. О санкциях против Кремля говорили сегодня и в Японии. В гостях у премьера Синдзо Абе. Канцлер Германии Ангела Меркель. Она призвала японские власти продлить ограничения против Москвы. А также вместе с Абе заявила, из-за украинского кризиса Россия не может быть возвращена в Большую Восьмерку. Сейчас порядок в нашем мире под угрозой. Россия аннексировала Крым, нарушила нормы международного права, поддерживает боевиков на востоке Украины. Россия угрожает территориальной целостности Украины. Улов правоохранителей. Знаете, сколько зарабатывают на войне сепаратисты? И можно ли давать слово террористам, чье интервью раскололо США? Об этом и не только. Чуть позже оставайтесь с нами. Как он заработал на роскошную жизнь на войне? Сепаратиста из Луганска поймали на Закарпатье. Кто он? Все подробности у Марины Коваль. Несколько недель, чтобы вычислить, и вот задержание. Спецназовцы берут сепаратиста-террориста средь бела дня прямо на трассе в Ужгородском районе. Алексей, так зовут задержанного, возвращался в село, где снимал дом. По данным милиции, прошлым летом он воевал за армию так называемой ЛНР. Затем переметнулся в добровольческий батальон «Айдар». Нет, в нем не проснулся патриот. Он обычный рэкетир, который удачно маскировался. На его счету, говорят в милиции, десятки грабежей и даже убийств. Луганские правоохранцы мають величезний список вже фактично доведених і недоведених ще злочинів, важких злочинів по віджиму майна, автомобіля і по утриманню людей, незаконне позбавлення волі. А все другие моменты будут уже в процессе следствия выяснены. Донбасс Алексей покинул в конце прошлого года. Зажил совсем не бедно на Закарпатье. В 30 километрах от Ужгорода арендовал вот этот трехэтажный дом. Причем оплатил проживание на год вперед. Жил здесь с мамой и дочкой, нигде не работал. Соседи говорят, переселенцы были скрытными, необщительными. Где сейчас женщина с ребенком, неизвестно. А в сельсовете рассказывает, подозрений мужчина не вызывал, ведь показал удостоверение бойца Айдара. Рассказываю, что он из города Счастья Луганской области, что он воюет в том батальоне тому Айдар. Солидный мужчина, великий, такий здоровый. Ну, людина, как людина. Ну, что, звідки ты знаешь, что в нем, кто он такой? Никаких данных, кроме имени задержанного, правоохранители пока не разглашают, а потому в Айдаре не могут ни подтвердить, ни опровергнуть, что это их бывший боец. Потрібно дивитися на документи, які він пред'явив, чи вони достовірні, чи вони не підроблені. Тому що іменем Майдару на сьогоднішній день дуже багато хто прикривається. Задержаного вже відправили в Луганську область. Іменно там розслідують уголовне производство, в яких фігурує сепаратист. По неофіційним даним, він може бути причасним до похищення і вбивства начальника Луганської міліції. Марина Коваль, Юрій Ковальов, подробності, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Во Франции задержали еще четырех подозреваемых в организации терактов в редакции «Шарли Эбдо». Имена их пока не разглашаются. Известно, что все они были знакомы с террористом Амеди Кулибали. Он участвовал в атаке на редакцию сатирического журнала, а потом захватил заложников в кошерном магазине в окрестностях Парижа. Напомню, 7 января исламисты устроили стрельбу в офисе «Шарли Эбдо». Погибло тогда 17 человек. Интервью с американским джихадистом раскололо США. Можно ли там давать слово террористам? И о чем рассказал журналистам сторонник ИГИЛ из Огайо? Дмитрий Еловский обо всем подробнее передает из Вашингтона.
20-летнего Кристофера Корнова задержали еще в январе, после того, как за ним несколько месяцев наблюдали спецслужбы. Задержали в магазине, когда тот собирался покупать оружие, чтобы ехать с ним сюда, в Вашингтон, и расстреливать сенаторов и конгрессменов. ФБР вступило с Корновым в переписку, где он поведал, что сотрудничает с ИГИЛ и готовит в Америке самый масштабный теракт за всю историю страны. Но, оказавшись под стражей, террорист решил позвонить на местную радиостанцию в Огайо и по своему желанию дал часовое интервью журналистам. Адвокаты обвиняемого оспорили право радиостанции на трансляцию этого интервью, но суд решил, что если у заключенного есть право на молчание, то право на свободу слова у него точно никак нельзя отобрать. Вот в этом разговоре Корнов рассказал радиоведущим, что расстрелом Капитолия он бы не ограничился. Я бы взял ружье, приставил бы к голове Обамы и нажал на курок. Потом я бы выпустил еще больше пуль в сенаторов и конгрессменов. Я бы нанес удар по зданию израильского посольства и по другим структурам, полным неверных. Кристофер Корнов предупредил, что он не единственный сторонник джихада в Америке. По всей стране есть ячейки ИГИЛ, просто они сейчас находятся в неактивном, ну, таком спящем режиме. Можно ли давать слово террористам? Это интервью уже наделало очень много шума в Америке. Вот американцы спорят, можно ли было пускать его в эфир. Одни говорят, что это получается запугивание нации и представление платформы для экстремистов. Другие настаивают, что это право на свободу слова. И оно остается таким даже для тех, кто поддерживает ИГИЛ в Америке. Дмитрий Иловский, Юрий Романюк. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Почему интернет-пользователи готовы отдавать десятки тысяч долларов за пустой пакет? И зачем в маркетах Венесуэлы берут отпечатки пальцев покупателей? Об этом и другом далее в обзоре. В аэропорту Сиднея задержали малолетних кандидатов в террористы. Двое братьев 16 и 17 лет собирались вступить в ряды исламского государства. Путь держали на Ближний Восток. Ранее в Генпрокуратуре Австралии заявили, боевики ИГИЛ вербуют людей, чтобы потом отправлять их на войну в Ирак и Сирию. Молоко по отпечаткам пальцев. В Венесуэле нашли способ борьбы с очередями за дефицитными товарами. В супермаркетах начали устанавливать устройства, которые считывают отпечатки покупателей. Всего в магазинах поставят около 20 тысяч таких машин. Нескончаемые очереди за дефицитными товарами стали выстраиваться в прошлом году. Власти ввели на продажу строгие ограничения и обвинили в дефиците оппозицию и спекулянтов. Вокруг света без капли горючего. Самолет на солнечных батареях сегодня отправился в путь. Стартовал из Абу-Даби. Пилоты из Швейцарии планируют пролететь над Тихим и Атлантическим океанами и вернуться в Эмираты. Аппарат способен передвигаться лишь со скоростью 140 км в час. Поэтому кругосветное путешествие займет около 5 месяцев. За это время солнечный самолет преодолеет 35 тысяч километров. Полуторагодовалая девочка выжила, просидев 14 часов в затонувшей машине. Авария произошла в американском штате Юта. 25-летняя мать ребенка не справилась с управлением, и авто упало в воду. Обнаружил его рыбак. Ребенок в автокресле висел над ледяной водой. Сейчас малышка в больнице, а ее мать погибла. Ноги в руки и на старт. В Британии прошел чемпионат по ношению жен. Посадив благоверных на плечи, мужчины устремились к финишу. Некоторые пары, правда, поменялись местами. Женщины оказались более выносливыми. Участвовали и однополые супруги. Самыми быстрыми оказались гости из США. Драгоценный душок. На аукционе eBay торгуют пакетом воздуха с концерта рэпера Кэнни Уэста. Продавец утверждает, в кульке сохранились частички пота артиста. Лот выставили на продажу неделю назад. Цена уже достигла 60 тысяч долларов, когда вдруг, за два дня до завершения аукциона, лот пропал. Состоялась ли сделка, неизвестно. Владелец утверждал, что сидел на концерте в первых рядах, однако доказательств не предоставлял. Это все подробности понедельника. Спасибо, что смотрели. До встречи. We'll be right back.